Сегодня, 10 ноября, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, Владимир Колокольцев подчеркнул: «Главой государства дана высокая оценка вашей работы, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка». Сегодня в территориальном управлении МВД состоялось в присутствии первых лиц региона торжественное награждение лучших сотрудников Тверской полиции. «Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам. Я служу в полиции более 30 лет. Своей службой я очень горжусь. Хочу от всей души поздравить всех действующих сотрудников, ветеранов службы с нашим профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых побед и достижений». 10 ноября свой день рождения отмечает и наша программа. 23 года назад, 10 ноября 1998-го, мы впервые вышли в эфир и с тех пор ежедневно рассказываем о тех, кто защищает нашу с вами безопасность. С праздником вас, друзья!